Черепа как черепа. Высокая атака черепов. Конец события на этой неделе. Ну что, давайте быстренько запишу. Для шорца тоже мне это надо. Погнали. Что затягивать? Одно и то же. Ничего сложного. А сейчас посмотрим. Так, как бы на меня не напали, на меня начали нападать, так как я начал разрабатывать бомбу. Сейчас пока остановлюсь. Оказывается, то, что я первое место занял, это еще ни о чем не говорит. Там еще надо какую-то мульку пройти, короче. Ладно, добиваемся еще. Поэтому время, пока я не скидываю, вот на это опять трачу. Блин, там еще мне раз 30, наверное, надо будет захватить базы. Ну ладно. Так, основное делаем. Как обычно, что тут? Ну, это я так беру для разнообразия. А так обычно я одно и то же беру. Ничего такого сложного нету. Ну, вы уже все знаете, кому надо, тот уже посмотрел. Ресурсы у нас хватат. Пистолет этот слишком много жрет. Я возьму поменьше расхода ресурсов. Здесь что мне? Здесь мне ничего не надо, не усыпляющий ничего. Нацианин мне тоже здесь не нужен. И что главное, чтобы не нажать ночного видения. Ну и персонаж выберу, как обычно, Снейка, так как мне здесь не нужны очки. Вариант с головой просто возьму на всякий пожарный бандану. Погнали! День. Я уже все, базы все очистил. Солдат я уже всех забрал. Как говорится, все выиграл, что надо. Что там дается в этом деле? Солдатов дали, как обычно, херню. Там то ли двоих более-менее нормальных забрал из 20, остальных всех уволил, так как с двумя плюсами у меня все есть. Ничего такого необычного. Так, первое место в мировом рейтинге мы заняли. Сейчас попытаемся дойти еще из 9 до 6 места. Но, говорю, вот на это время у меня и уходит. Поэтому я скидываю как бы так в попыхах. Нету времени вообще. Ликвидирую это, Абик, как ты это сделаешь, решай сам. Ну, давай решать. Неохота будет перезаписывать, если что не получится. Оно бывает такое, знаете, давно, когда не записываешь. Обычно какой-то косяк да пролетает. Ой, опять, смотрите, за малым уже хотел включить ночное видение. Так, все, где? Вот поэтому я и не люблю. С ночником, конечно, получше видно, поэтому... А там уже, смотрите, оружие на меня не смотрите, как обычно, какое я оружие беру. Сами выбирайте. Здоров, чувак. Все, еще двоих. Зяблики уже летят. О, там еще, еще три даже стоят. Здоров. Ой. Так даже лучше видно, видите, если с лазерным прицелом прям под бороду им попадаете и все. И еще один внизу сейчас должен быть. Туман, блин, похож на обман. Ни хрена не видно, блин, хреново для записи. Но я ничего не беру. Пулеметы, шмулеметы. Эх, жалко, что не день. Сейчас попробую всех четверых эвакуировать. А не получится, так не получится, правильно? Черт, не получилось, потому что когда ночное видение, лучше видно, когда кто остался. То есть, если я одним выстрелом мог всех сразу победить, вы знаете, уже видели. Но тогда я четверых не эвакуируешь. Надо вначале, чтобы хотя бы один остался на последнюю очередь. Ну, это кому интересно, всех черепов, чтобы там героизм забрать. Вон там плюс 180 спаситель, там еще что-то. Это 180 спаситель героизма за этих, за солдат. Ну, как-то так. Вот и все. Не длинное, а коротенькое видео. Все, сделал, показал. Сейчас чуть позже еще скину защиту базы. Там новый подписчик на меня напал, японец, так говорю. Ну, говорит, скидывай, ничего страшного. Как-то так. А нападать на меня начали, как я и говорил, из-за того, что я начал разрабатывать бомбы. А бомбы, когда делаешь, по-любому на тебя нападут. Так меня не трогают. Вот, сейчас посмотрим, что там в этом задании-то было. Там как раз сейчас про жетоны у меня спрашивали.
Я аж не помню все в каждом. Я еще цели испытаний не сделал. Времени нету. Я говорю, вот каждому, что у меня еще в этой игре осталось, это сделать все цели испытания и сделать ЧВК, чтобы номер один был. Чтобы для себя на скриншоте оставить на вот этой жетоне, чтобы был шпионский рейтинг один, и ранг ЧВК тоже был один. Видите, у меня бомба разработана, но это на меня скоро нападут. Если еще не напали, потому что пока играю, можно промухать это дело. Давайте посмотрим, что там нам давалось. Завтра там у нас новое событие уже начнется. Ничего страшного, что я позже знал. Вот этот на меня напал. Туалет Ютубы. В общем, сейчас видос этот скину. Он будет без комментариев. Как обычно, я быстренько тараторю. Что тут у нас интересного давали? Ну, я больше по жетонам. Видите, солдаты с двумя плюсами я все забрал. Это у меня все давно было. Эти солдаты мне не нужны. Ну, как-то так, все это у меня есть. Даже вон, у меня 48 косарей осталось. Так, вот жетоны какие именные. Тут у нас молчуня, короче, жетоны, да? А если кто покупал бы игру в 2015 году, то тогда давали Снейка. Но Снейка надо было занять рейтинг. Сейчас покажу. В рейтинге до, грубо говоря, до 10 места. То есть вот здесь где-то. Вот, тогда давали Снейка. Ну, насколько я так слышал. Так, кто-то мне сказал там... Знакомый у меня на 30 месте, да? Ну, я говорю, здесь уже роли не играют. Жетоны вот все, что были, только они здесь в задании даются. Подожди, говорил, на 32-м, на 28-м. Что-то я... Если я так правильно понял. Ну, в общем, не вижу. Ну, ничего страшного. Если это вот не он. Буза 30 место. Не вижу, короче. Ладно. А, почему не вижу? А не вижу, потому что это же после 8 часов дается это задание. Ну ладно, всем удачи, хорошего настроения. Канал Багроса для наших. Подписываемся, ставим лайки, не стесняемся, комментируем, подсказываем. Всем пока-пока. Чао!